Сначала. Друзья, все в бдук. О, мужики! Привет! Налейте пивка. Только нашли помещение. Вот брат Алексей будет заниматься здесь. Барыжить. Пивом. Вот первый день. Осматриваем. Немножко подшаманим. Ну, Харьковская зерновая, наконец, в Харькове. Да. Дождались, да? Прорвались. С трудом и боем, но прорвались. Проспект Победы. 46. Проспект Победы 46. Сколько будет сортов, столько будет и пива. То есть кранов хватает. Вот то сказал, сколько сортов, столько и пива. Ну, кранов хватает же. Да. На все, и даже с излишком. Так что флаг тебе в руки, вари еще там 8 сортов. Как-то это звучит. Флаг тебе в руки. Иди, да. Иди отсюда. И барабан на шее. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так точно. Будем сами варить, сами продавать. Харьков... Сами себя хвалить. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Не, хвалить пускай люди хвалят или ругают. Ну, а наше дело — сварить хороший продукт и предоставить хороший продукт, чтобы люди могли купить и попробовать. Я думаю, через несколько дней... Да, я думаю, к концу этой недели откроем. Запустимся, да. Ну что, открылся уже магазин? А как же? Все пиво свежее, все на кранах. Класс. Пожалуйста, заходите в гости. Да, вижу, уже все настроено. Такая витринка с закуской всякой. Чипсы, шмипсы, икорка, тунец, шмунец. Есть все, снеки, короче. Снеки, да. Ну, под пиво бомба. Ну, отлично. Отлично. Ну что, друзья, магазин готов к приему друзей. Так что всех ждем. Будем рады видеть. Приходите, приводите. Налетайте. Налетайте. Пиво 100% от Харьковской зерновой. Да, другого так не держим. Если что, брат головой отвечает за бренд. Ну что, друзья, всех ждем в баре «Паук». Паук. Ролик. Вот, друзья, проспект Победы. Заправочка «Николь». Домик такой. Проспект Победы 46. И вот тут в уголку мы скромненько приютились. Харьковская зерновая пивоварня открыла свой магазинчик. Небольшой, но уютный. Вон народ уже отдыхает. Что, народ, отдыхаем? Пьем пиво. Как, нормально? Отлично. Да. Тут душевно. Классно. Бдук? Это паук, что ли? Да, это паук. Это зашифровано. Вот такой бар. Бдук. Я думал, паука, а у нас бдук. Друзья, все в бдук.